Я был хорошим ребенком, сильным. Не надо делать из него идеального сына, ты только навредишь ему. Я не знал, что делать. Ну все, я больше не могу тебя спасать. Дальше сам. Знаешь, мам, не буду грузить тебя своими проблемами. Просто уеду на пару дней. Удачно покататься, Эрик. Непременно. Во второй половине дня ожидается ураган. Давненько мы не видели такой бурной зимы. Нужно срочно заявить об исчезновении. На всю Волокиту уйдет около 2 дней. Я не могу ждать пару дней, ему нужна помощь. Прошу, найдите моего сына. Похоже, мне скоро конец. Но надо продолжать жить. Это не имеет смысла, пока не взглянешь на все иначе.